Хвала Аллаху. Тот, кто забыл совершить омовение, но потом вспомнил после молитвы, то он обязан возобновить молитву, потому что Аллах не принимает молитву без омовения. А тот, кто забыл о наджасе на его одежде или на теле, но потом после молитвы вспомнил об этом, то он не возобновляет ее, потому что пророк, алейхиссаляту вассалям, просто продолжил свою молитву, начало которой он успел совершить, в то время как на его сандалиях было наджаса.